Сближение курдское и турецкое, оно на пользу Ираку, поскольку это сближение, оно способствует развитию отношений между Турцией и Ираком. 12 миллиардов долларов составляет торговый обмен между Турцией и Ираком. Из них 9 миллиардов долларов приходится на торговое взаимодействие между Курдистаном иракским и Турцией. И надо сказать, что повышение добычи нефти, уровня добычи нефти, это будет в нашем регионе будет способствовать развитию Ирака. Политика Барзани, политика района Курдистана в отношении положения турецких курдов, она совершенно ясная. С самого начала проблем в этом районе мы всегда в Курдистане, мы стремились быть частью решения проблемы, а не частью самой проблемы. И проблема курдов в Турции – это проблема больше, чем рабочая, проблема рабочей партии Курдистана. Там больше 20 миллионов курдов живет, и это количество объединяет гораздо большее количество курдов, нежели членов рабочей партии Курдистана. И точка зрения Демократической партии Курдистана и всех других иракских курдских партий Барзани, что нужно решить проблему курдов в Турции мирным путем. Барзани сказал и говорил много раз, нельзя использовать оружие турецким властям для решения курдской проблемы, потому что это порождает также вооруженный ответ. И турецкое правительство уже потерпело провал в своих попытках решить проблему военным путем. Таким образом, проблема должна решаться на основе закона, на основе конституции, то есть мирным путем. И курдская проблема сейчас не может быть... быть решена военным путем, поэтому необходимо использовать возможность развития демократии, возможность парламентской борьбы, возможность политической работы, дипломатической работы, и мы должны работать в рамках вот этих возможностей, которые открываются в Турции. Политика Барзани, она подтверждала много раз, что мы в Курдистане, мы стремимся облегчить прямой диалог между турецким правительством и теми курдами, курдскими организациями, которые борются за свои цели. Мы добились прекращения огня и начала мирного процесса, начала диалога в Турции. Сейчас у нас есть проект мирной инициативы и решение вот пакета курдских проблем. Мы считаем, что необходимо поддержать вот пакет этих инициатив, и если мы этого добьемся, то это будет большой прогресс. И вы знаете, что 20 лет тому назад признание курдов в Турции и их борьбы рассматривалось в Турции как государственную измену, и были тысячи политических заключенных курдов, которые томились в турецких тюрьмах, они не могли даже говорить на курдском языке, но позиция турецких властей значительно изменилась за эти 20 лет. И когда Раджаб Тайип Эрдоган пришел к власти, вот с тех пор, и еще в 2005 году он заявил, что мы сейчас вступаем в новый этап, в новую историю, и мы считаем эти шаги, которые предпринимает Турция, это позитивные шаги. Мы считаем, что сейчас есть замечательная возможность в Турции для того, чтобы решить проблемы мирным путем, и это должны использовать и курды, и турецкое правительство для того, чтобы довести этот процесс до конца на основе демократического проекта, который реализуется в Турции. Мы
открыли проходы, временные проходы для того, чтобы в наш регион могли входить беженцы. И это не только для того, чтобы принять курдов, мы для того, чтобы принять всех сирийцев, которые хотят спастись. Это чисто гуманитарная проблема, и поэтому у нас нет никаких исключений для того, чтобы это были только курды, например. И это мы не проводим дискриминационной политики, мы не можем исключать кого-либо. То есть двери Курдистана открыты для всех. И сейчас у нас примерно 93%, 93% беженцев вообще всех сирийцев, да и иракцев тоже. Это больше чем 250 тысяч человек сейчас находится на положении беженцев в Курдистане. То есть мы рассматриваем это как чисто гуманитарную проблему.